Всем привет, ребята! Слушайте, ну, смотря насколько огненно прошел воронежский концерт. Я могу сказать вам следующее. Те, кто в эти выходные находится в Питере или в Москве, или рядом с Питером и Москвой, в округе, или может прилететь, это нужно делать, блин, ребята, обязательно. В эту субботу мы даем концерт в Питере, в воскресенье в Москве, 11-12 ноября. Ссылку на билеты разместил, как всегда говорю, ребята, на входе билеты будут. Кто не успел, переиграл планы или еще что-то, на входе всегда билет взять, конечно же, можно. И, как я говорил, ребята, наши концерты – это отдельная ветка, консолидация наших людей. Всех жду. И, конечно же, знаете, хотелось бы вам сделать такой омаж к фильму «Диктатор». В общем, ребят, все свои планы на эти выходные. Москва, Питер. Всех жду на концерте. Каждому в глаза загляну. Погнали.